Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. И сегодня у нас новый ролик по проекту QARK Chain. Сегодня, друзья мои, мы разберем две, так сказать, обновления, которые у них вышли. Заранее хочу извиниться, что за май не было ни одного ролика по QARK Chain, потому что ребята были еще свои дела, я не успевал. Вот, а сейчас я для вас готовлю ролик. Вот, первая новость — это ежемесячный отчет QARK Chain, именно то, что они сделали за весь апрель. И вторая новость — это их, так сказать, обновление, где они начали продвигаться в NFT. В первой новости они, добро пожаловать в 76-й уже ежемесячный отчет, и считаю, что уже май прошел 77 в итоге, то есть уже 77 месяцев, можно сказать, QARK Chain ведет отчеты вот такие. Вот, у них идет первый доход разработки. Добавили новый выпуск для повышения производительности, пропустить обработку нового стратосферного блока. Последние новости, которые выпустил создатель QARK Chain Кью Жоу, а именно это то, что QARK Chain Майонет прошел Success Upgrade, то есть обновление до версии 1.6.1, смог поддерживать QCEP 7 по SVDIF Adjustment, на GitHub есть вот видео, тут ссылка отображается, github.com QARK Chain QSE, после этого у них открылся посттейкинг с хэш пауэром, то есть этим до 10 ГГц в секунду, до 4.5 ПГц в секунду, и что лучше, чем даже у эфириума. Чтобы лучше защитить основную сеть QARK Chain и обеспечить соединение актива, они предложили механизм самонастройки для увеличения хэш мощности за счет снижения эффективной сложности участников по СВ. Вот, на момент написания хэш мощности, как я и сказал, 10, если это, внимание можно обратить на то, что эфир составляет 1.0 мощности. Для получения более подробной информации вы можете вот прочитать ниже тут. Вот, кстати, тут доктор Джо, основатель, генеральный директор, также выдвинул несколько предложений по улучшению эфириум IP основных на опыте QARK Chain, и они были приняты. И недавно в сочетании с опытом QARK Chain блокчейн и общностью между QARK Chain и эфириум на уровнях аспектах в основном, основанных на виртуальных машинах, Дерджо, основатель и генеральный директор QARK Chain, выдвинул ряд приложений, которые были приняты, и эти приложения стали вкладом в QARK Chain. Вот, ребятки. И также, ребята, вторая их новость — это то, что корейская команда QARK Chain прочитала лекцию о NFT для маркетинговой компании LG Electronics. Это, ребята, популярная компания, возможно, у вас даже есть техника какая-то от этой компании. Вот, и 15 апреля корейская команда QARK Chain прочитала именно для них лекцию по NFT. Поскольку интерес к метаверсу NFT в Корее быстро растет, крупные корпорации уже объявляют о своем входе в эти области. И ищут партнеров, людей, которые в этом уже опытнее, то есть криптопроекты, вот, и QARK Chain один из них. По сравнению с интересом, все еще недостаточно понимания для применения в области NFT. Вот, и поэтому многие корпоративные менеджеры выступили для того, чтобы провести это. Вот, и они тут рассказали, что по запросу команды, то есть команда сама запросила, коммуникация команды, объяснила QARK Chain, что такое NFT, какие существуют различные прикладные кейсы, какие типы и кейсы можно использовать. В общей сложности 60 членов команды приняли участие, прослушали 40-минутную лекцию, задали различные вопросы высокого уровня. Вот, и они также рассказали им о NFT DeFi посредством таких возможностей, как лекции, презентации и продолжать искать способы сотрудничества с многими предприятиями. Все ссылочки на QARK Chain есть тут, это веб-сайт, Telegram, Discord, Twitter, Medium, Reddit и так далее, GitHub. Вот. Вот такой у нас вышел ролик, я надеюсь, что видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.